Светлана и Ульяна Князькины стараются ходить в театр кукол каждые 3 месяца. Рассказывают, такая традиция появилась, когда театр открылся после ремонта. В честь 1 сентября мама с четвероклассницей вновь решили устроить культурный поход. На сцене постановка «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях» по одноименному произведению Александра Сергеевича Пушкина. Ребенок просто такого возраста, что уже, наверное, вырастает из этого возраста, когда ходить в театр кукол, поэтому мы стараемся как можно чаще сюда приходить. Здесь очень красиво и очень классные спектакли. Мне нравятся куклы. Там хорошо играют. Среди зрителей и дети с ограниченными возможностями здоровья, и дети из многодетных семей, и из семей участников СВО. До начала спектакля для гостей работала интерактивная программа. Все ребята получили подарки. Мы очень рады. Мы с фондом сотрудничаем не первый год, давно. И я думаю, что многие детки фонда с радостью посещают наш театр, и мы всегда им рады, и для них открыты наши двери. Выход из дома для многих детей с проблемами здоровья – это счастье. Выйти из 4 стен, пообщаться с ребятами, которые имеют проблемы, и здоровыми ребятами. То есть это очень важно. Показать себя, посмотреть на людей. И морально, конечно, это очень здорово. В этом году 1 сентября совпало с открытием сезона в Театре кукол. Он обещает быть насыщенным. 4 премьеры, первая из которых состоится уже 13 сентября. Также Театр кукол участвует в федеральной программе, в рамках которой артисты отправятся с 3 спектаклями в Новосибирск. А на сцене Самарского театра можно будет увидеть постановки из Сибири. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.